Доброе утро, дорогие друзья! У меня в гостях сегодня Сергей. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы будем делать подделку для Пасхи, которая будет украшать стол, когда мы будем в него класть все пасхальное. Мне ничего не остается делать, как только добавить, что украшение у нас будет вот такое. Это такое пасхальное яичко. Мы его сделали, мы его будем делать в том стиле, который нам, собственно, захотелся. Такое вот красивое. Стойку для него я сделала заранее, потому что основание, вот это вот у нас, из полимерной глины, которая запекается в духовке в течение 5 минут и становится пластмассой. А палочку я взяла из обычного маникюрного набора, такую деревянную. У меня заранее приготовленный шаблон яйца. Бумага и украшения. С чего начнем? Начнем с того, что склеим эти две половины. Так что намазываем клеем одну из них. Вот всю вот эту поверхность нужно намазать клеем. Все же, ты уже придумал, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Знаю, но это секрет. Почему? Когда этой работой стану, то я буду это по-тайнски делать, ну, в тайне делать мою работу. Шпионом, что ли, решил стать? Агентом, вернее. Агентом? Секретным? Да, очень. Очень секретным? Угу. А какие секреты будешь скрывать? Хороший. Я придумал, что вот я люблю там, ну, любопытство, посмотрю там что-то. Ну, мне интересно, может быть, это... Приклеивай. Что тебе может быть интересно, подсматривать? Ну, в смысле... И подслушивать. Да. Есть такая необитаемая... Необитаемый остров, где там, например, зарыты очень большие сокровища, которые вообще очень богатые, богаче короны. И кому ты эти тайны будешь рассказывать? Ну, своему боссу, который мне, генералу, то есть, который мне сказал выследить именно это. И это все сообщу, и мы пойдем на этот остров там. И станете богатенькими? Ну да, так и будут. А сам боссом не хочешь, чтобы тебе все вот так рассказывали, приходили? Не думал об этом? Чтобы сам стать боссом всех секретных агентов, самым секретным боссом. Лучше стать именно агентом. А есть агенты такие так это, хитрые. А, хитрые. Которые выследили и сразу после этого делать. Таких агентов где-нибудь видел? Не знаю. Нет. Потому что они секретные. Ну. Ты сам их придумал? Не знаю. Или ты думаешь, все-таки такие должны быть? Думаю, такие есть. Думаешь, такие есть. Так, давай обведем наше яйцо карандашом. Я буду держать, а ты будешь обводить. А что должны уметь секретные агенты делать? Хорошо следить. Внимание у них должно быть хорошо развито. А еще? Пистолеты должны быть. Пистолеты должны быть? Очень, да. Обязательно. Вырезаем. Что еще должны уметь делать секретные агенты? Память хорошая нужна? Вдруг вот так вот карту, да, с островом сокровищ надо будет запомнить. Моргнул глазом, и все сфотографировалось, и куда-то боссу сразу ушло. Может быть такое? Или все-таки лучше запоминать самому? Запоминать самому. Лучше, да? Да. Ну, что еще нужно спецсекретному агенту уметь? Мы выяснили. Очень большую хитрость. Надо уметь врать, так, чтобы поверили. Нет, надо хитрость. Нужна хитрость. Ну что? У меня хитрый ум. Приклеим? Да. Приклеим. Вот так вот у нас уже получается. Надо привязать ленточку, да? Привяжем? Держи. Отрежем лишние края. Все?
Вот такое пасхальное украшение к праздничному столу получилось у нас с Сергеем. Я желаю вам легкого утра и доброго дня. До свидания, дорогие телезрители.